Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. Готов принимать гостей? Да. Где Алена Сергеева? Салам алейкум. Хоть One Piece. Слушай, там это... Привет, Таса. Я не люблю собака бьюч. Ладно, больше не буду Таса. Summer 21. Между прочим. Почему здесь нет этого МСКРТ? МСКРТ. Мастер-бренд. Здоровый канал. Во всех целях общества. В целом, какое влияние имело на всю эпоху? Да, да, да. Юра, не спи. Это деятельность этих философов. Просмотр.ру новое видео. Да не лично. Да. Че, не, он это до 20 апреля, короче, сидит и все и назад. Нет. Он вообще красавчик. Он красавчик. Даже не познает. Почему именно в этот период возникает? Смотрите, мы говорим о начале Юра 17 века. С чем связано? С революцией. Посмотрите, да? Мы говорим отход от средневековья. Мы можем сказать отход от религиозного восприятия мира? В смысле? Можем сказать, посмотрите, да? Религиозного восприятия мира. Более материалистическое восприятие. Утверждение основных качеств человека, да, в этот период. Значение личности человека. Спасибо. Значит, мы записали основных представителей. Давайте здесь посмотрим, что такое посвященный абсолютизм. Давайте мы посмотрим. Кто у нас приготовил это сообщение? Максим! Максим, у тебя сообщение, ты не знаешь? Просвещенный абсолютизм. А, это у меня. Павел, прошу, просим. Просветительный абсолютно. Какого посвящения мы с вами формулировали? Ладно, все, короче. Сейчас давайте посмотрим. А где твоя Алена Сергеева? Записываем. Абсолютизм нам понятен термин. Да, что такое абсолютизм, братья? Абсолютизм. Ну, это абсолютная монархия, там, например. Зачем? Когда вся власть одному человеку принадлежит. Абсолютная здесь, можно сказать, власть человека, да, абсолютизм. То есть централизованное государство, власть которого принадлежит одному человеку. Чего я одну и ту же самое сказал? Практически. Аленочка. Защищенный абсолютизм. Я его буду лайк поставить. Проводимый во второй половине 18 века рядом европейских абсолютных монархов, принявших абсолютно понятно, да? То есть абсолютная власть. А почему просвещенный? Эпоха просвещения. Ладно, его пенсии передали. Эпоха просвещения.
Да. Просвещенный, грамотный монарх, да, мы можем с вами сказать, который, который был знаком с трудами философов, да, эпохи просвещения. Время тратим на нее. Да, начальником, который считается Томас Гоббс, вполне проник. Томас Мопс. Это тема у нас и по обществознанию, и по истории. Нормальная личность. Ну что-то пятница просто. Запишите. Дает о себе знать, так сказать. Да, Гоббс, я думаю, это будет Мопс. Гоббс. Опа, Гоббс. Значит, теория просвещенного абсолютизма, начальником которой считается Томас Гоббс, вполне проникнута. Сейчас будет скоро один. И сущность ее заключается в идее светского государства, в стремлении абсолютизма поставить Киото в центральную власть. Оба. До 18 века государственная идея, под камерами, в которой был абсолютизм, понималась узкопрактически. Да, 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 понятие государства сложилось в правом государственной власти. А Настя? Звонок. Да, нет, пошли своим телефоном, там музычку послушать. Можно там аппаратуру включать? Нет, ну тебе. Мне, Татьяна Федоровна, мне там аппаратуру включить надо. Сейчас я подойду. Сейчас, стой. Музычку. Нет, дети. Я... Ну-ка. Смотрите на Андрея. На Андрея сейчас приплечь. Так. Сейчас да. Он кое-что денег. Сейчас. Ну, давайте. Поехали. Нет. Вот он, брат. Здорово. И в дому вашему. Я ноль зрителей, прикинь. Кстати, ну сейчас, да, я просто аппаратуру сейчас. А?